2 января в 21:16 слонимским спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме по переулку Пионерскому. Прибывшие к месту вызова бойцы МЧС обнаружили, что внутри деревянного жилого дома плотное задымление. При тушении пожара звено огнеборцев в одной из комнат обнаружило погибшим местного жителя 61-го года рождения. Спасатели ликвидировали пожар. Огнем поврежден пол имущества в доме, закопчены стены, потолок. Рассматриваемая версия случившегося – неосторожное обращение с огнем при курении. Также 2 января в 17:22 в дежурную службу 101 Слонимского района поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Махначи. Как выяснилось, хозяин жилища обнаружил возгорание и попытался самостоятельно справиться с пожаром. Однако попытки ликвидировать возгорание не принесли успеха. Очевидцы вызвали спасателей. Прибывшие к месту подразделения МЧС ликвидировали возгорание. Огнем повреждены стены, потолок, пол и имущество в жилой комнате. Закопчены стены, потолок в доме. При самостоятельном тушении получил ожоги хозяин 67-го года рождения. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи в крайне тяжелом состоянии госпитализировала пострадавшего в реанимационное отделение больницы. 3 января в 5:30 от полученных травм мужчина скончался в учреждении здравоохранения. Что стало причиной огненной трагедии, предстоит установить специалистам.